Всем привет! Сегодня по просьбе подписчиков нашего телеграм-канала, там мы объявляли голосование, был выбран букер и трек, который называется «Мой менталитет». Поэтому сегодня мы его слушаем. Напоминаю вам о том, что мы есть в телеграм-канале, заходите. Под этим видео будут ссылки. Также заходите на Литрес, где я выложила две своих книги про мое поколение и про ваше поколение. Читайте, делитесь с друзьями и так далее и тому подобное. Также напоминаю вам о том, что у моего старшего сына Максима есть игровой канал, туда тоже можно зайти. Но еще мы собираем донаты на новую камеру, потому что это стало чудить. Итак, погнали. Слишком часто повторяется эта фраза. В стиле ночного дозора, пока ловились мотыльки на телефон из забора, закрыл все двери на замок, а потом вскрыл себе пол за повестки, желтый ярлычок прилип на дверь, как мезуза. Никого не жалко, ни тебя, ни меня, ни его. Жизнь — это поход за водкой сквозь общажный коридор. Модный приговор — это звездочка возле прозвища. У тебя на шее гиря, ты привязался к вещам. Ползает всякая мразь, шлюхи, сутенеры, варьё, долбые, бродяги, наркоманы, больные, порочные. Даже голова заболела, вообще кошмар. Друзья мои, я недавно была в Питере, скажем так. Как бы правильно выразиться, друзья мои? Скажем так, что букер показал изнанку Питера, да? То есть я, если кто не помнит или не видел, у меня есть видео на нашем канале, где я там несколько, да, где я была в Питере в этом году, и как мы шли даже ночью по Невскому, и как это все, как кипела жизнь. Вот, я не видела то, что показал букер. Я не знаю, надо это показывать или нет. Я, например, всегда как бы за более красивую картинку, любую ситуацию можно изгадить, показывая ее с обратной стороны. Всегда есть, да? Даже в нашей душе есть столько грязи, в наш менталитет, невиновных нет, да? Вот, поэтому я все-таки за то, чтобы не показывать вот эти вот грязные картинки, потому что жизнь и так нелегка. И лишний раз это показывать, не хотелось бы это видеть. Я говорю, мне сразу от этого негатива и голова, и все разболелось. Питер — красивый город. Я думаю, что можно было бы
Ну, я понимаю, что ему надо было какой-то смысл нести и донести, но что-то как-то это слишком много негатива. И так его много по жизни. Поэтому я против таких картинок. А, хотя иногда согласна с тем, что вот такие мы бываем. Итак. Значит, ну, смысл был раскрыт, понравился он мне или нет, в принципе, все было понятно, 8 баллов за смысл. Вот, музыка просто долбачила и долбачила по голове, было очень много повторений, было однотипности, была музыка, все бу-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 бу, 7 баллов за музыку. Вот, соответственно, раз болела голова, то атмосфера куда-то подевалась, и была такая полная чернуха, поэтому атмосфера 6 баллов. Ну и, соответственно, чернуха была в клипе, тоже 6 баллов. Итого 27 баллов, делим на 4, 6 и 8 баллов. Ну, на троечку. Просто я говорю, я не люблю песенки, которые после которых у меня начинается головная боль. Хочу сказки, хотя бы из экрана компьютера. Всем пока.